Россия, которой не было, рассчитана на другую породу людей. Тех, кто не чурается дерзкого полета фантазии, тех, кто старается доискаться до самого светлого своим умом и рабскому следованию авторитетам, предпочитает здравый смысл и логику. Ну, этот автор очень интересный, своеобразный. В свое время, в 80-е годы прошлого столетия, он повлиял очень серьезно на все мировоззрение большого круга общественности, в частности, исторической общественности. Критики, возможно, было больше в его адрес. Тот жанр, который он предложил для людей, для специалистов, он частично был принят, частично был не принят. Он рушил академическую науку. За эти годы, с 80-х годов, где-то первые его публикации были в 81-м году, вышло порядка 17-18 миллионов его книг. Он член Союза писателей, больше специализируется на жанрах детективов, боевиков. Но вот то, с чего он начинал, он развил очень глубоко. И тут жанр ему, в общем-то, свойственный. Это больше исторический ревизионизм. То есть он академическую науку вспорол, так сказать, своим новым мышлением. Чего он добился? Я уже сказал, 17 миллионов книг продано по России. Я думаю, авторы современные могут просто позавидовать. На меня оно повлияло очень серьезно в то время. Наверное, в теме моих научных исследований с того времени. И в плане того, что он на стыке различных исторических концепций или на стыке наук, он формировал новый взгляд на историю. И я в свое время тоже этим задумался. И у меня и кандидатская диссертация, и докторская диссертация моя были как раз на стыке.